После отличного успеха под конец 2022 года, в начале нынешнего года, вы без каких-либо проблем одержали победу в Big Season. Как вы отнеслись к данному турниру, учитывая множество сильных коллективов с разных регионов? Чем по итогу он для вас стал? Тренировка с хорошим бонусом, адаптация к новым коллективам с необычным плейлистом? Просто тренировка и бонус как призовой фонд. Вы могли заметить новые команды с разных СНГ регионов, с которыми прежде не пересекались, но и которые на протяжении всего турнира показывали отличную конкуренцию PMPL и PMDC командам. X-Gaming, Dagestan, X-Liars, Dark Power, CIS. Какой коллектив для вас стал большой конкуренцией и какой новый коллектив могли бы выделить в рамках Big Season? Ну, XSG там боролись с нами там за первое место. А так нам нравится команда Dagestan 777. Была ли у вас какая-то цель во время участия на Big Season, тренировка нового спота, нового плейстала? Да нет, просто зашли поиграть, позвали турнир, мы поиграли. Как вам в целом структура турнира? Ну, классно, круто, нам понравилось. Правильно ли объединить менее опытные команды с профессиональными? Ну, что, молодежь будет развиваться, играя с нами. Можете ли вы считать себя примерной командой для новичков? Чему-либо научиться с вашей игры, даже с нашего общедоступного турнира Big Season? Ну, конечно. Можно всему учиться, как бы мы тиспики все выкладываем на общее зрение, хайлайты. Смотрите, запоминайте, развивайтесь. Был ли у вас ранний опыт на платформе Big Play? Нет, кажется, мы первый раз играем. Как вам в целом организация турниров? Какие плюсы и минусы, что вы могли выделить? Ну, организация нормально была, только вот, ну, некоторые моменты в плане задержки времени, потому что мы на другие турниры не успевали. Смотрели ранее трансляцию? Да, я смотрел узбекскую трансляцию. Прикольная тема, так сидите втроем, общение, печенье, там что-то рассуждаете, да, это интересно. Ваш предикт на топ-3 СНГ команд по MDC 2023? Ну, мы пройдем с Европы Дагестан 777. Еще кто есть? Ну, не знаю больше.